В Америке число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 5,5 миллионов человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. По его данным, всего с начала эпидемии COVID-19 от вируса в стране скончались свыше 172 тысяч человек. Выздоровели почти 2 миллиона пациентов. Страна на сегодня занимает первое место в мире по числу инфицирования коронавирусом, а также по числу летальных случаев. Борется с вирусом и Европа. А так, на сегодня новые всплески COVID-19 зарегистрированы в Испании. За минувшие сутки в стране подтвердилось свыше 3000 заболевших. Ухудшение наблюдается в ряде автономных сообществ. На сегодня власти столичного региона проводят массовое выборочное тестирование. Но пройти его согласны не все. Причина отказа от тестирования – нежелание отбывать двухнедельную самоизоляцию в случае положительного результата. Во Франции зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости с мая – 3700 случаев. Власти страны стремятся избежать повторного карантина, ужесточая меры защиты. В Тулузе с недавнего времени запрещено находиться на улице без маски. С 1 сентября предприятия Франции также переходят на обязательный масочный режим.